волнение привели. Наигравшись, хозяева выкинули щенков на улицу, как ненужный хлам. Во враге собралась целая стая бездомных собак. Они мечтают вновь вернуться домой, только там их никто не ждет. Проблема безответственного отношения человека к животным поднимается в новом спектакле «Собака». В принципе, собаки – это же не просто собаки, это человеческие такие вещи. То есть это, по сути, про всех людей, оказавшихся за бортом жизни. То есть не только же собак выбрасывают, и матерей старых выбрасывают, и детей отдают в детдом. То есть история очень как бы обширная. Проникнуться темой помогут актеры. Эту историю они пропустили через свое сердце. Чтобы лучше понять бездомышей, труппа ездила в приют. Заметили, у брошенных животных совсем другие глаза. Люди, как ни странно, это, мне кажется, злей собак бывает иной раз. Потому что если собака, она любит до конца человека, человек может предать. Премьера состоится 6 ноября. Сейчас идут генеральные репетиции и прогоны. Сегодня наша съемочная группа «Первый зритель». Могу сказать, этот спектакль действительно стоит посмотреть. Билеты уже в продажах в кассах ДНТ, здесь, в здании ТЮЗа и на сайте «Билетон». Алсу Арсланов, Евгений Лазаев, новости НТР.